Всем привет-привет, с вами счастливые люди, happy people. Всем привет, ребят, с вами счастливые люди. Что за фигня? Что за фигня? Обгон запрещен. Нет, он что, остановился? Вот так вот. В общем, у нас уже весна, вчера был снежок, ну, растаял. Сегодня мы решили поехать на кладбище. Да, мамочка? Да. Не знаю, потому что... Что-то я не пойму, что он тут творит. Поворотник включил, что-то передумал, что-то. Мутный какой-то Всем привет. Как дела? Расстегнуто, жарко? Жарко тебе? Всем привет, привет. Сезон клещей начался. Берем. Кирюшу уже побрызгали. Сейчас. Обрызгиваем мамочку все хорошенько. Вернись. Мама вообще все. Так, погрызнемся. Так, Кирюша еще. И папа. И пап, ты не брызгаешь на себя? Да. Вот. В общем, мы приехали на кладбище. Все тихо, мирно, как всегда, все спокойно. Новые могилки добавились. Уже отсюда видно. Которых в том году не было. По зимой мы приезжали. 12 января. Мамочка цветочки забыла, поторопилась. Цветы забыла, представляете, все взяли, и конфетки, и это, а цветы забыла. Поторопилась. Что, так расстроилась? Ладно. Ребят, выехали обратно. Сейчас выезжаем на трассу, смотрите. Вот здесь лежит снег, сухая трава. А здесь уже на Ух горах. Ух ты, видали? Вот, Галина Владимировна газуется. Грязюка какая. Трава была сожжена. Ну все, выехали на трассу. Мамочка свою душу успокоила, да? Потому что там я не знала, когда я поеду. Так, машину придется мыть еще раз. Ну понятно, я уже. На это все машины в грязюке, да? На поворотнике все грязь у нас. Вот. Тут у нас кладбище. Все, сейчас выехали. С другой стороны. Да, у нас все чистенько. Но мы когда? Зимой? А, по осени приезжали. Памятник ставили. Плюс потом приезжали 12 января. И сегодня вот приезжали. А сегодня как будет, кстати, 15? Сегодня 15 апреля 2020 года. Так, все чистенько. Сейчас едем пока обратно. Грязно, конечно, да. Ну вот на полях еще. Вроде она вроде сухо, обсушено, да, вот это да. Где дорога обдувала. А здесь мы где заезжали. Все равно, видите, грязь, ошметки. Да. Ну и все. Мало кто людей стоит. Приезжал еще. Мало кто убирался. Сыровато еще земля ехала. Там мы помесили грязь, одела чистую кирюху, там все ботинки вон, обувь сняли, посадили так в носках. Плюс этот, как его, штаны все уделали, сами все ботинки делали. Грязно-грязно еще, сыро, не грязно, сыро, ребят. Поэтому я просто из-за того, что у нас планируется там папини подготовить, плюс я сейчас не знаю, что опять со мной как. Короче, вот так вот, поэтому лучше я съезжу, наберусь. Получится на Пасху или на родительское, значит поедем позже. Получится, приедем, значит, на родительское. А у Кирюши душа сегодня все время болела. Все конфеты перепробовал. Душа болела, значит конфеты надо все перепробовать. Душа, если у него душа болит, значит конфеты надо. Штук 7, 8 съел, да? А сейчас пряник кушать. Да, Кирюш? А? Да. Ну, как-то
так вот. Сейчас едем обратно. Вот мы добрались до гаража. Мамочка супер водителем теперь стала. Да. Ничего не боится. Вот так. Все, доехали. Все нормально, все хорошо. Да. У Кирюш там душа по-прежнему болит. Весь пряники. А? Ты весь пряники, что ли? Ты устал сидеть? Ой-ой-ой. Кто весь пряники? У кого шапка на бикрень? Ну, так. Такая вот у нас небольшая поездочка была. Сегодня на кладбище. Сегодня вечером папу едет. Ладно, всем пока-пока. До новых встреч. Да, мамочка? Всем пока. Будьте счастливы. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь, комментируйте. Добавляйте в соцсети, делитесь видео. Ну все, до новых встреч. Пока-пока. Будьте счастливы.